Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту» в студии Элида Сабирова. Элида Сабирова – врач по медико-социальной экспертизе высшей категории, руководитель экспертного состава номер один Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан, Минтруда России. Слышала, что сейчас упростили процедуру установления инвалидности. Расскажите, что именно изменилось? 21 мая 2019 года подписано постановление правительства России от 16 мая 2019 года номер 607 о внесении изменений в правила признания лица инвалидом. Согласно данным изменениям, освидетельствование проводится по направлению на медико-социальную экспертизу, поступившему из медицинской организации. Взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ осуществляется напрямую без участия гражданина. Гражданин должен направляться на медико-социальную экспертизу с его письменного согласия. Такое согласие берется у него сразу в медицинской организации. Поликлиника, где наблюдается гражданин, готовит все медицинские документы, оформляет направление, где есть все данные о его состоянии здоровья, результаты обследований, и в течение 3 дней отправляет направление в бюро медико-социальной экспертизы. Полученного направления будет достаточно для проведения медико-социальной экспертизы. Дополнительного заявления от гражданина не потребуется. В случае признания лица инвалидом, дата поступления направления в бюро медико-социальной экспертизы считается датой установления инвалидности.